как осуществляется подвод подвижного, так сказать, подвижной единицы электроэнергии? Или это аккумулятор? Ну, кстати, насчет электроэнергии, я в фильме это говорил, это иллюзия, что электрическая энергия безопасна, что она самая чистая, она одна из самых вредных. Поэтому не зря первый покупатель в Сингапуре электромобиля Tesla, который выпускает Илон Маск, был оштрафован до 12 тысяч долларов, потому что он купил грязный, экологически грязный транспортный средство. Потому что, в отличие от нас, когда электростанция далеко, мы не видим эту волшебную трубу высотой 300 метров, то Сингапур маленькая страна. Вот эта двойная труба, которая идет от тепловой электростанции, она прямо там, в Сингапуре. И она загрязняет окружающий фильтр значительно сильнее, чем двигатель будет разгорания в автомобиле, дизель. Да? Поэтому у нас используются все типы двигателей. Не обязательно электрическая энергия. Если, допустим, мы будем где-то в Сибири строить дорогу, где нет ни одной электростанции, то мы что, построим заодно электростанцию стоимостью пару миллиардов долларов, и заодно построим этой передачи стоимостью миллиард долларов, чтобы повезти энергию, то там проще на дизель идет, тем более экологически чище будет. Да? Но есть электрифицированные трассы, естественно, в городах лучше электрифицировать, потому что как бы жить под прохладной трубой не очень приятно, да? Поэтому в электрифицированных дорогах, стронгах, там тоже разные способы подвода энергии физической. Есть вариант с контактной сетью, и мы это покажем в экотехнопарке. Есть вариант, когда левый правый рельс под током и нет контактной сети, потому что токосъемом является колесо. Такой вариант мы тоже покажем в экотехнопарке. Есть вариант, когда источник энергии риска находится на борту, на копите энергии аккумулятора. Тоже и не байт. И мы тут тоже вариант покажем в экотехнопарке. Потом есть способы получения электрической энергии без сжигания топлива. Из топлива, но без сжигания топлива. Так называемый топливный элемент. В многих странах, в Японии часто, это, в частности, направление активно развивается, в Митсубиси, в том числе, когда углеводородное топливо, допустим, спирт, метан, можно водород, на специальных мембранах выдают электрическую энергию без гарантии. Это тоже мы будем использовать такие варианты. Поэтому, видите, много вариантов получения подвода электрической энергии к минусу.